народа до сих пор никто правду не сказал об этом миллиарде. Ведь миллиард – это совокупность всех невозвратных кредитов, как минимум за 10 лет, которые собрались и в портфеле всей банковской системы Молдовы, во всех 14 банках, сейчас они уже только 11 осталось, в портфеле всех 14 банков Молдовы находилось более 3,5 миллиардов кредитных средств, выданных кредитов экономическим агентам и населению. И они были обеспечены чем? Переоценочной собственностью, которая была переоценена, и некоторая собственность в 10 раз была переоценена по сравнению с реальной стоимостью. Увеличивая от реальной стоимости в десятки раз. Правильнее. Таким образом, чтобы люди поняли. Да, народу не объясняли. И они что сделали? Решили сейчас свалить на кого-то. Все свалить на кого-то, замести дела за 10-15 лет, народу не сказать правду, что было во время Воронина, кто был министром экономики, кто был министром финансов, кто был тогда губернатором Национального банка, так, кто сейчас за последние 5-6 лет руководствовал страной. Вот они все вместе тогда договорились в 2010 году, 2011. Вы же помните, приходили с такими же призывами. Тюрьма, тюрьма, тюрьма. Олег Воронин, тюрьма. Владимир Воронин, тюрьма. Где они в тюрьме? Все прикрыли, договорились, все спрятали, переходили из года в год дальше, в банковской системе скрывали эти невозвратные кредиты и думали, что с ними сделать. И вот они подготовили эту операцию. Теперь как они закрывают это дело? Они решили в банкротство подать 3 банка и закрыть все следы? Я думаю, так же. Очень надеюсь, что им это не удастся.